И принц Хусейн спросил старика: почему этот ковер такой дорогой? Идите сюда! Помните волшебное слово, чтобы ковер полетел! Тангу! Правильно, Тангу! Мой принц, кто сядет на ковер, вмиг перенесется на нем, куда пожелает. Ну, мальчики, готовы? Все вместе! Тангу! Я должен был воспитать в мальчиках мужчин, но подвел их. Ты ищешь воду, а своих собственных детей найти не можешь. Когда их трое сыновей погибли, Элайза не смогла это пережить. Я их найду, милая. Найду и привезу домой. Ваш путеводитель устарел. Я не отдыхать приехал. Мне нужно в Галиполе. Там ничего, кроме призраков. Напоминаю вам, что это запретная территория. Здесь опасно. Простите, но вы должны уйти. Может, поможем ему? Ты же знаешь, каковы шансы найти этих мальчиков. Но только он пришел их искать. Кто этот турок? Хасан – убийца. Прикончил половину моего батальона. Мы нашли твоих сыновей. Эдварда и Генри. Но как ты узнал, что они здесь? Ордор, верни братьев, но постарайся обойтись без последствий. Если это твой сын, его забрали в плен. Он умер не здесь. Так значит, он жив? Не знаю. Но есть надежда. Похоже, только она у меня и осталась. Его здесь нет. Возвращайтесь домой, мистер Коннор. Никто не говорит мне, в какой тюрьме его держали. Я поеду с тобой. Я обещал их матери, что найду и верну сыновей. Я оцениваю мужчину по его любви к детям, а не потому, что с ним сделала война. Если ты найдешь его, что ему скажешь?